На открытии магазина «Покупай Рязанское» по адресу улица Свободы, 4, гостей развлекали скоморохи. Звучали известные русские народные песни. Победителям конкурсов дарили яблоки от рязанских производителей, чтобы был повод еще заглянуть в магазин. Он стал первой в регионе площадкой, собрал под одной крышей 19 известных производителей. Если мы с вами, покупатели, потребители, поддержим сегодня и завтра наших производителей, то я думаю, что этот проект можно будет масштабировать и в других районах нашей Рязани. Магазин представляет собой площадку, на которой представлены только рязанские товары. На открытии можно было продегустировать сыр, колбасу, молоко, мед, фрукты. Без покупки не ушел практически ни один гость. Продукция уходит сразу. Очень вкусный творог, сыры очень вкусные. Молоко – это что-то. Сметана густая. Я говорю, все-все-все вкусно. Используем при изготовлении пряников все натуральные ингредиенты. То есть натуральные яйца, натуральное сливочное масло, мука, сахар, мед хороший. Рязанская фабрика специй на рынке существует уже более 7 лет. В номиновании 150 имеется, значит, из них где-то 42 идет по собственной рецептуре сделано. На прилавках все лучшее, что производится в Рязанской области. Скопинские колбасы и соколовские колбасы, соленая и копченая рыба, молоко от знаменитого Мурманского молокозавода и известные вежливые продукты. Кроме того, можно купить кофе, производство Рязанской кофейной компании, кондитерские изделия и пряники ручной работы, специи, мед, монастырский хлеб. Одним словом, все продукты представлены на ярмарках выходного дня по доступным ценам и в одном месте. Цены у нас более чем доступные, потому что здесь именно фирменные точки самих производителей. То есть товар сюда попадает напрямую от производителей, без дополнительных наценок, всегда свежий, качественный. Магазин на улице Свободы – первый в Рязани, но сеть планируется развивать. На церемонии открытия автор проекта, предприниматель Алла Орлова, получила первое приглашение открыть торговую точку «Покупай Рязанское» в селе Поляны. Денис Лева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».